На берегу озера в Британской Колумбии самка белоголового орлана учится махать крыльями под бдительным надзором матери. Она тренируется уже несколько недель, собираясь силами и с духом, готовясь к первому в своей жизни полету. Ее мать приглашает дочь последовать за ней на соседнее дерево. Как и всякому родителю, ей не терпится увидеть, на что способно ее дитя. Юная орлица сомневается в себе. Возможно, ее время еще не пришло. Наконец, уверовав в свои силы, она взлетает. И вот она в воздухе, крыльями рассекает ветер. Летать непросто, но вскоре малышка убеждается, что приземляться еще труднее. Когда мать возвращается в гнездо с пищей, юная самка решает еще раз испробовать силу своих крыльев. Она вновь поднимается в воздух, теперь уже более грациозно. А через несколько часов она вместе с родителями отправляется на свою первую прогулку. Этот подросший птенец белоголового орлана уверенно взрослеет и обретает самостоятельность. Белоголовые орланы – заботливые родители. Они добросовестно занимаются воспитанием своих отпрысков,